Тревога. Серьезная энергетическая аномалия. Дай координаты аномалии и сравни след с данными по Тауси. След идентичен энергетическому следу при появлении пришельцев. Похоже, это наши неизвестные друзья прилетели. Только визита хозяина нам не хватало. Ретроп и Рейзер рядом. Попроси их проверить место. Я лечу туда. Предаконы тоже получат этот сигнал. У нас перемирие. Надеюсь. Они здесь. Я это предсказывал. С помощью данных, которые я похитил из личных файлов Мегатрона. Компьютер, когда приземлится следующий стазисный шаттл? Шаттл приземлится через 30 мегациклов. Слишком медленно. Придется искать другой способ сбежать с этой планеты. А зачем тебе убегать, партнер? Мы не партнеры. А ну-ка быстро уходи отсюда. У тебя нет выбора, мой паук. А то я могу рассказать Мегатрону о том, что ты украл золотой диск. И тебе нужна моя помощь от защиты базы максималов. А зачем? Аксалон больше не сможет летать. Допустим. Но у максималов есть пустые стазисные шаттлы. Умный паук, у которого есть золотой диск, может переделать такой шаттл в спасательный корабль. Почти все максималы заняты энергетической аномалией. Мы можем достать шаттл меньше, чем за 2 мегацикла. Ну что скажешь, партнер? Какое замечательное предательство! Если его правильно использовать, оно нам поможет. Ну что, можно вернуться к работе? Нет, это все из-за тарантула. Я найду его и вылью на него бак с вонючими отходами. У нас нет времени на мелкие ссоры, нет! Есть более важные дела. Отправляйся к координатам 659 и обеспечивай безопасность. Нет, нечестно. Мне всегда достается самая грязная работа. Хочу напомнить, что перемирие у нас сейчас только с максималами. Понял? Уже лечу. Так-то лучше. Теперь надо действовать осторожно, очень осторожно. Похоже, мы нашли источник аномалии. Здорово! Мы будем первыми, кого тут поджарят. Ты всегда такой пессимист. Нет, сестренка, я оптимист. Я мог бы сказать, например, нас будут пытать, а потом поджарят. Какой ты веселый, это что-то. Чтоб мне в тостер превратиться! Этот кристалл стабилен! Тогда я смогу его изучить. Это генератор поля. В нем накоплено огромное... Эйрезер! О нет! Боже! Как же мне досталось! Ай-яй-яй!
не так уж все и плохо. Ретроп вызывает Оптимуса. Отвечай, командир. Оптимус, слушай, ты нашел аномалию? Да, нашел. Пришельцы отгрохали тут домик, и он затянул Эйр-Резер внутрь. Лети сюда и побыстрее, командир. А то... Ретроп. Ретроп. Я ничего вам не сделала. Да уж, как мне сегодня не везет. О, спинатор будет охранять. Максимал, уходи или умри. Еще чего? Я первый пришел. А? Кроме того, у нас перемирие. Помнишь? Ну и что? Вас спинатор не будет стрелять. Ой, с ума сойти. Какие мы милые и, главное, вежливые. Только когда ты дерешься с крысой, будь готов к грязным трюкам. А теперь ему это не нравится. Мой любимый удар. А теперь брысь. Лети отсюда. Оспинатор решил, что тут и так безопасно. Тебя просто нельзя оставлять одного. Я сохранял перемирие. Значит, Эйрейзер там, да? А где у нас вход? Ты что, нашел дверь? Разрежь стену лазером. Слушаюсь. Форма зверя! Сайбертрон! Ну вот, этому домику даже самый сильный лазер нипочем. Как я и думал. Мегатрон. Ну вот, теперь нам достанется по полной. Надеюсь, вам помогут энергетические лучи. Эти пришельцы сами создают энергон. Предлагаю другую тактику. Биологическую? Вот именно. Скорпинок. Отведай моего яда. Похоже, ты был прав, Мегатрон. Но здесь внутри наш Максимал. Мы пойдем первыми. Эй! Что значит «пойдем мы»? Да, конечно, прошу вас. У нас перемирие, помнишь, Оптимус? Надеюсь, ты тоже это помнишь. Ладно. Ретроп, пошли. Ну вот, за такую работу нужна двойная оплата. Это вынужденный риск. Пусть возможными мишенями для пришельцев станут максималы, но если что-то пойдет не так... У меня с собой мегабомба. Я могу запустить ее в дыру. Отлично! Надеюсь, Инферно сделает все как надо.
Вытащи ее отсюда быстро. И меня дважды просить не надо. Оптимус, уходи. Я должен остаться. Мы натворили много дел с того момента, как попали на эту планету. У пришельцев есть право требовать ответа. Оптимус, нет. Ладно, кто бы вы ни были, я... Сказала, что можешь пробить защиту. Докажи это. Не только ты разбираешься в технике, партнер. Отличная машинка, правда? Войдем через верхний люк. Мой повелитель был прав. Пауки плетут свою сеть интриг. Хотел бы я записать этот звук и засыпать под него. Они выходят. Нельзя бросать там Оптимуса. Наше дело не решать, а побыстрее исполнять приказы. Эй! Это что же, перемирию конец? Сканирование окончено. Мы уже встречались с этим существом. Кто вы? Юникрон! У нас нет привычной вам физической формы. Мы выбрали эту фигуру из твоей памяти. Вы просканировали меня и знаете, что мы оказались здесь не по своей воле. Но вы здесь! Мы не хотим плохого. Ни вам, ни планете. Поздно. Вы и ваши враги уже испортили наш проект. Вы принесли вред. То, что не станет частью единого, уйдет в пустоту. Нет, стойте, мы еще можем все исправить. Это нам не нужно. Эксперимент будет стерт. Не делайте этого. Здесь есть живые существа. Даже вы такие сильные. Не должны убивать их. У нас нет выбора. Нам был нанесен большой ущерб. Начать уничтожение. Нет! Оптимус, максимум! Эй!
бананоед! Кого я вижу? Они решили уничтожить планету. Нам надо убираться отсюда. Ты сказал мою любимую фразу. Хорошо, что у нас есть запасной вариант. С точки аномалии идет энергонная волна. Связь невозможна. Ты видишь шаттлы? Нет. Энергию на сканер, захвати шаттлы лучом и веди их. Подача энергии идет с цепка. Захват произведен. Даю изображение. Что такое? Что это? Начало конца.